НЛО действительно существует, но есть серьезные силы, я считаю, среди тех же НЛО, которые охраняют Землю. То есть они как заповедник ее берегут. Это мне космонавт Гречка говорил, я брал у него как-то интервью для одного из фильмов на Первом канале. Мне сказал, что он верит в том, что существует противоастероидная, противометеоритная оборона инопланетных цивилизаций, которые сбивают летящие на нас астероиды, метеориты и прочую всякую хрень, которая способна уничтожить жизнь на Земле. То есть Землю сохраняют для чего-то вот большого, для чего-то важного.